Дорогие мои друзья, приветствую вас всех у себя на канале. Сегодня хочу показать вам орхидейку, которую я купила в торговом центре «Ваш сад» на Паустовского. Этот торговый центр находится в Таврии на Паустовского, город Одесса. Смотрите, она у меня простояла почти, можно сказать, уже сутки. Вот так вот я ее не распаковывала. Сейчас я сниму вот эту пленочку и покажу вам саму орхидею, розетку, корни и цветы. Все, как она выглядит. Это я, знаете, давала себе слово, что не буду покупать орхидеи до дня рождения. Но, как всегда, не сдержалась. Ну, разве можно пропустить покупку орхидеи перед 8 марта и с таким шикарным завозом? Я сняла целлофан с этой орхидейки. Она у меня еще не обработана. Мне сейчас только предстоит обработать ее. Сначала я обработаю по листочкам, а потом обработаю корни, когда корни подсохнут. А сейчас они еще влажные. Давайте посмотрим эти корешки. Здесь горшочек без каких-либо опознавательных знаков, вообще ничего не написано. И видите, он не совсем прозрачный. Но все равно корни можно видеть. Тут не совсем, вот видите, такие шикарные корни. Хотя так вроде бы и неплохо она выглядит. Вот здесь, вот видите, надо будет немножечко вот это вот убрать. Сейчас я буду заниматься и убирать. И вот этот вот поврежден один листочек. Видите, он помятый. Такой вот, видите, видимо, его как-то помяли хорошенько. И здесь видно, видите, в стволе, видимо, был еще один цветонос, но его, видимо, убрали. Значит, вот этот производитель. Этого производителя я покупаю первый раз, раньше не покупала, не знаю. Мне кажется, что это орхидея такая, знаете, может быть, с азиатских кровей, это я так думаю. Вот на ней 4 пары листьев, видите, по 4 листочка с каждой стороны. Ну, если считать вот эти вот еще маленькие, то будет по 5 пар листочков. И у нее два цветоноса, друзья, два цветоноса. Будет она у меня стоять вот в этом кашпо, пока будет просыхать. Вот. И сейчас я подниму камеру и покажу вам цветы. И, в общем, покажу то, что я нашла в интернете, ее название. Но я буду очень вам благодарна, если вы знаете название, что... Если вы мне напишите это название, то я буду очень рада. Вот так вот она выглядит, друзья. Это издалека. Видите? Вот такие вот у нее цветочки, крабушки там. Сейчас надо словить. Небольшие такие вот. В общем, она довольно неплохая. Здесь, конечно, вот... Одна или усохла, или, в общем, не знаю, что с ней случилось. Я ее так купила, получается, на этом цветоносе. Три цветочка, и вон еще сколько будут распускаться. Этот цветонос чуть больше, видите, раскрытый. Ну же, где твоя контрастность? О! Видите, на этом осталось еще три бутончика, чтобы она распустила на вот этом... А здесь чуть побольше бутончиков. Ну, друзья, конечно, цветочки в домашнем исполнении, наверное, будут гораздо красивее. Но она довольно неплохая орхидейка, такая, знаете, миди-орхидейка. Потому что макси-орхидейки там довольно высокие. Ну, вы видели, я вам недавно показывала, да? Я тоже покупала такие... Высокие очень у них цветоносы, у этих орхидеек, две последние мои покупочки. И вот эти вот такие вот орхидейки, вот эти два стволика у этой орхидейки. Смотрите, тыльная сторона у нее какая красивая, да? И очень вот эта вот красивая серединочка.
такая белесая серединка, да, желтый цветочек по окружности. И колонка белая. И вот такую вот крапушку сейчас, друзья. Ну, вот смотрите, крапушку такой вот язычок. Вернее, губа. Мне хочется показать вам. Знаете, но почему-то камера не хочет резкость давать. Вот, смотрите, какая. Вот так вот выглядит эта орхидейка. Сейчас я хочу прикрепить камеру на держатель. И хочу вам показать, вернее, почитать, что я нашла, как называется эта орхидейка. Это я увеличила, но резкость не хочет ловиться. Резкость не хочет ловиться, поэтому мы вот так. Что-то сегодня не то с моей камерой. Пока вы будете любоваться этими цветочками, я вот на другом телефоне, я вчера искала название этой орхидейки, сейчас, если получится у меня опять найти, то я вам расскажу, какие названия я нашла, потому что, знаете, не сразу можно определить название, потому что фотографии не всегда совпадают с тем конкретно, что мы, ну, что конкретно у нас вот в данный момент. Потому что фотографируешь орхидею, это что ж такое? Что мне тут не ловит? Так, придется мне немножечко, не хочет ловить. Ой. Сейчас по новой буду искать. Но я здесь у меня, вот видите, как я ищу, не знаю. Сейчас я покажу вам, как я ищу название орхидеи. Потому что некоторые девочки спрашивали у меня, как вы определяете название. Вообще не всегда можно сразу, знаете, определить, если орхидея, например, не подписана. Да, то есть не всегда можно определить название орхидеи, поэтому приходится искать в интернете. Но иногда, вот я сфотографировала вчера, видите, и сейчас вот ищу через, получается, через Google. Получается, вы вставляете фотографию и пишете дополнительное вон название сорта, да, и вам выдается тут целый вот приблизительно вот эта орхидейка, вот она, да. Видите, как она называется? Если, ну, похоже, эта орхидейка похожа на эту. Так что пока я ее так и подпишу. Totally Bonans. Totally Bonans. Очень похоже. Такой же вот у нее белый, вот такой, такая же белая серединка. Такие же конопушечки, вот, не знаю, тут, конечно, вот еще разные есть, но вот это не подходит, вот эта орхидея, вот это вот не подходит, да, друзья, потому что серединка у нее другая, поэтому, в общем, вот так вот я ищу название орхидей. Ну, еще, конечно, я надо хорошо просмотреть, и тогда я уже подпишу эту орхидею, и тогда она у меня будет. Я еще подожду, что вы мне напишите. Может быть,
у некоторых из вас тоже есть такие орхидеи. И вы знаете название этой орхидейки. Орхидея мне очень понравилась. Красивая орхидея. Вот. Ну, это то, что я успела найти уже после 2 дней, да, завоза. Потому что продавщица, вернее, кассирша мне сказала, что завоз 2 дня назад. И те девочки, кто хочет купить хорошую такую орхидею какую-то, знаете, необычную, говорит, тут прямо стояли, караулили под магазином. Ну, в основном сейчас девочки, я знаю, что выискивают, например, бабочек, да, пилориков, ну, вот такие вот орхидеи. Ну, бабочки, к бабочкам я равнодушно дышу, а вот к пилорикам, может быть, один бы прикупила себе для интереса, знаете, посмотреть, как он будет расти. И, ну, как он, в домашних условиях. Так, друзья, ну, показала, похвасталась, рассказала вам все, что я, да, прикупила. Вот такие горшочки, вот они, и вот эту орхидею. И сейчас я буду заниматься ее обработкой. Я обработаю сначала листочки, а потом, как я уже сказала, буду обрабатывать чуть попозже корни, потому что сейчас корни, мне кажется, влажные. Ну все, друзья, спасибо вам за внимание. Я вам показала свою орхидейку, да. А теперь буду ждать от вас обратной связи. Вот очень мне интересно, что вы скажете по этому поводу, по названию орхидеи. Вот как она себя ведет в жизни, капризная, не капризная, и как она растет в домашних условиях. Если у вас есть такая, то, пожалуйста, отпишитесь. А на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо вам за внимание и всем до скорых новых встреч. Всем пока-пока.